Привет, ребятушки! Скоро выходит новый фильм «Спайдермен» 16 декабря. «Спайдермен. Нет пути домой». И мы решили сделать обзор тех спайдерменов, которые есть у нас. Здесь вы видите кучу разных спайдерменов по разным фильмам. И давайте рассмотрим те спайдермены. Первый спайдермен – это самый прикольный, самый новый. Вот, видите, здесь Питер Паркер с запленительной головой в маске. Кажется, спайдермены без маски и с маской это самое прикольное. Но их очень мало. Обычно выпускают в маске. Это серия Marvel Legends. 15 сантиметров. Здесь вы видите дополнительные две кисти. Здесь у него в комплекте идет кисть, которая чуть-чуть сжата в кулак. То вот дополнительные это две кисти, которые выпускают паутину. Ну вот видите, вполне похож на Тома Холланда. 7 из 10 по похожести, как по мне. Ну и прикольно, видите, как голова спайдера в маске. Ну это костюм, который он был в фильме «Путь домой», «Homecoming». Также он будет в этом черно-красном костюме в фильме «Нет пути домой». Продолжим фигурками в таком же костюме, красно-черном, но других производителей. Здесь вы видите производитель Diamond Select. Это большая фигурка, 18 сантиметров. Видите, насколько она больше Питера Паркера от Hasbro. Diamond Select классные фигурки делает, мне больше нравится, чем Hasbro, они больше размера. Жалко, что тут нет головы без маски. Но зато есть три дополнительные пары кистей. Вот видите, в комплекте идет в кулак сжатый, а дополнительно вот такие три кисти. Прикольная такая фигурка. Куча артикуляций. Ну и в комплекте вы видите еще британский флаг. Называется Spider-Man Collector Edition Figure. Следующая фигурка в этом костюме, черно-красном, это фигурка, копия Sage Figuarts. У него тоже, видите, Upgraded Suit называется. Это прикольная копия тем, что у нее достаточно классные суставы. Если у копий других спайдерменов суставы очень хлипкие, то у этой копии суставы очень прочные. Вот такая вот фигурка, тоже 15 сантиметров. Она примерно такая же, как Питер Паркер от Hasbro по размеру. Прям, да, 15 сантиметров одинаковые. Значит, у него тоже костюм имеет отлив такого немного синеватого цвета. Черный цвет, не черный-черный, а немного синеватым. Значит, он больше похож по цвету на Diamond Select, чем на Hasbro. Видите. Суставы хорошо сделаны, все двигаются. А еще очень важно, чтобы не выпадали, потому что если вы раньше покупали копии Бандаи, то у них часто выпадают суставы. У этой фигурки суставы классные. Но для Спайдермена нужны суставы прикольные, потому что Спайдермен это самый такой, самая подвижная фигурка из всех, принимая такие позы разнообразные, потому надо, чтобы суставы были хорошие. И вот этой копии суставы классные. Это одна из немногих копий Спайдермена, которые я рекомендую. А так, конечно, я больше рекомендую хасбровский Спайдермен. Видите, равномерность покраски. Кстати, такое лого новое Человека-паука. Вот оно здесь тоже. Равномерно все покрашено. В общем, хорошая
фигурка. И в комплекте еще идет 4 пары кистей и вот такие вот паутинки. 4 кисти на одну больше, чем у Diamond Select. У нее 3 было. Еще такие сменные выражения глаз, прищур. Следующее рассмотрим две фигурки более дешевые от Hasbro. Значит, это тоже 15 сантиметров, как и Marvel Legends, но у него меньше точек артикуляции. Одинаковая покраска. Значит, их выпущено 2 вида. Давайте напишите, поставьте на паузу, чем отличаются эти два вида. Кто найдет 10 отличий, поиграем в старую игру. Кто первый напишет все отличия, получит приз. Так, посмотрим поближе на эту фигурку. Такой тоже глубокий черный цвет. Отличается, видите, как у более дешевых, вот этот сустав тазу сделан. И вот как делается у более дорогих версий. Также у этой фигурки не сгибаются в коленях ноги. Локти, кисти, все сгибается остальное. Вообще не сильно меньше точек артикуляции, но значительно дешевле по цене. Ну и аксессуаров. Не идет рук, головы. С этими фигурками закончили. Еще одна последняя версия черно-красного костюма Спайдермена. Это от Diamond Select опять. Называется Superior Spider-Man. Вот видите, какой Spider-Man. У него прям такая маска отличается. Сейчас уже таких не делают. Видите, прям сколько паутины черной. Если у более новой версии, видите, какой костюм, то это прям отличается. Эти глаза так с черной подводкой больше. Так вот, Спади, у него такая большая подставка. Видите, у многих фигурок Diamond Select идут еще подставки. Вот, вот так он стоит на этой подставке. Огромная, конечно, коробка. Какая вам больше нравится? Это или это? Мне кажется, вот этот прикольный. Теперь перейдем к костюму Iron Spider. Помните, Железный Человек подарил Спайдермену костюм такой. Эта игрушка еще выпущена по серии Infinity Wars. Тогда он, помню, появился первый раз, по-моему, в этом костюме. Вот и сейчас в последнем фильме, если вы видели трейлеры, Спайдермен тоже будет в таком костюме, только с лапами. Тут в комплекте лап не идет. Такой вот костюмчик. Ну, классический, вы уже много раз видели. Следующая фигурка — это копия Mafex от Medicom, тоже Iron Spider с кучей аксессуаров. Посмотрим его поподробнее. Мне тоже нравится эта фигурка, классная копия, крепкие суставы. Вот так вот выглядит фигурка без упаковки. Видите, какая огромная куча аксессуаров. Вот такой вот Спади, 15 сантиметров. Хорошая артикуляция. Хорошие суставы. Так вот можно выгнуть ему почти шпагат. Йоу. Попрыгаем. Так, ну видите, он такого же цвета, как хасбровский. Единственное, что мне кажется, чуть посветлее все-таки у него голубой цвет. Если вишневый цвет у них похож, то голубой у Hasbro потемнее. А, смотрите, видите, у него такие магнитики есть на каждой из кисти. Это чтобы магнититься, прилипать к железному. Вот так вот со спины выглядит. Ну и аксессуары, идет к нему, видите, железные лапы, что классно. Целых 5
это пока рекорд, пар кистей и дополнительные ступни с железными штучками такими, которые тоже липнут, магнитными. И идут к ним дополнительные две головы. Такая вот дополнительная голова. Видите, отличается от той, которая идет на фигурке уже. Чуть более закрыты глаза. Новая фигурка Питера Паркера. Такой средней похожести, наверное, 6 из 10. Дам по похожести на актера. Но есть без маски, и это плюс. Так, на этом с этой фигуркой закончим. И последняя фигурка Рен Спайдер. Это тот же Hasbro, только более дешевая версия. Видите, она сразу по тазам сустава можно отличить, что это более дешевая версия. У нее также не сгибаются ноги в коленях, но сгибаются полностью руки. Небольшие у нее такие лапки. По сравнению с Marvel Legends, почти такая же по высоте фигурка, но меньше точек артикуляции и есть лапы Спайдера. Выбирайте, что вам важнее. Если вы хотите Hasbro лапы паука или фигурка с большей артикуляцией. Недавно Hasbro перевыпустила Рен Спайдер, и там также нету лап. Не хочет Hasbro делать Рен Спайдера с лапами. Ну и рассмотрим еще другие фигурки, которые у нас есть. Популярная фигурка Amazing Spider-Man. Это значит у нас Mafex Medicom копия. Тут уже красно-синий костюм, не черно-красный. Вот такие вот большие глаза у него. Суставы. Давайте проверим суставы. Что тут по суставам? У копии всегда очень важны суставы. Определяем по ним, хорошая копия или нет. Наш шпагат садится, но суставы нормальные. Это третья фигурка, которой хорошие суставы. А самая плохая по суставам, никогда не покупайте, это Iron Spider копия с H-Figure, она просто рассыпается. Суставы выпадают только так. Такая вот фигурка популярная, много аксессуаров. В комплекте еще одна голова, где больше глаза открыты. Без маски, паутина и куча кистей сменных. Смотрите, сколько тут. 1, 2, 3, 4, 5. 5 сменных кистей. Мафис, конечно, молодцы по аксессуарам. На этом с этой фигуркой закончим. Следующая фигурка Спайдера красно-синего. Это у нас Спайдермен 30 см от Hasbro Titan серии. Так, давайте его посмотрим внутри. Это вот такой вот спайдер. Значит, у него все немного точек артикуляции. Видите, у него нету в локтях артикуляции и нету в коленях артикуляции. Артикуляция только в тазу и в локтях. Ну и голова, скорее всего, вращается. Да, голова вращается. Если хотите недорогого, но большого спайдера, Титан серия вам в помощь. Одна рука, видите, в таком положении, пальцем, вторая в таком. Следующая фигурка красно-синего цвета. Это вот такой вот маленький 10-сантиметровый спайдер. У него артикуляция так же, как у Титан серии, то есть у него локти сгибаются только в тазу и в плечах. Ну и голова вращается. Такой вот маленький недорогой спайдер. Ну и самый большой спайдер от Disney, красно-синий, со звуковыми эффектами. Wow, Venom is out of control. I need to call in some help on this one. 35 сантиметров. Friendly neighborhood Spider-Man coming through. No, I'm not an Avenger, but I have them on speed dial. Hey, Tony Stark is a personal friend. Yeah, I'm buddies with Captain America. It's not a big deal. Классный спайдер. Видите, какой у него такой прикольный цвет.
Все нормально, суставы у него двигаются, колени, локти сгибаются. На обоих руках есть кнопочка. В общем, суперский спайдер, как по мне. Ну и последний откот многорукий из Marvel Legend от Hasbro. Не знаю, по какому-то фильму, если вы знаете, то напишите. Многорукий спайдер, это, конечно, что-то похоже на шестилапого паука. Видите, тут еще какая серия была в комплекте. Вот этот у нас, кстати, есть, рассмотрим. 15 сантиметров спайдер, классный. Кто знает и любит фильм, по которому он выпущен, тому на помощь. И второй спайдер по этой серии, это симбиот Спайдермен. Черно-белый Спайдермен. Тоже не знаю, по какому это фильму, мультику, пишите, если кто знает. Две кисти в комплекте. Смены голов нет. 15 сантиметров. Ну и тут части, это сборная фигурка такого злодея. Рассмотрим еще недорогую фигурку Спайдермена по фильму «Далеко от дома». Спайдермен с крыльями. Красно-синий. Тоже сгибаются в локтях, в коленях не сгибаются. Ну и такие вот признаки другой фигурки, такой вот сустав таза. И Спайдермен в черном костюме, черно-золотом. Он тоже, по-моему, будет в таком костюме в последнем фильме. Как вам черный костюм? Пишите. Мне кажется, спайдер в черном особо, когда как во фраке выглядит. Недорогая фигурка, как и прошлая. С артикуляцией только в локтях, тазу и плечах. Еще один Человек-паук симбиот серии Hasbro, премиум серия такая была, большие 30 сантиметровые фигурки с кучей аксессуаров. Тут видите две дополнительные пары кистей, дополнительная голова, еще одна большая фигурка 30 сантиметров от Disney по фильму Miles Morales. Кому нравится Miles Morales, кто играл в игру на PlayStation Spider-Man, новое дополнение, тот будет поклонником Майлза. Ну, мне еще понравился мультик, если смотрели. Просто шикарный. Про Майлза Моралеса. Спайдермен с Вселенной, как-то так назывался. У него тоже есть здесь кнопочки со звуком. Сзади у него кнопочка. Oh man, what is the Prowler doing now? Is that an earthquake? Or is the Kingpin walking by? Hello, Brooklyn! Классная фигурка. Ну, чтобы закончить с черным Спайдерменом, и последний черно-серый Спайдермен. Superior Octopus называется. Это, по-моему, даже не Спайдермен, это уже злодей какой-то. Но очень похож на Спайдермена. Вот такой вот Октопус. Кто знает, по ком это фильму, мультику, комиксу, пишите. Вот такой вот. В этой серии вот еще выходили две фигурки такие Спайдермена. У нас они сейчас есть. Это, по-моему, по игре, если я не ошибаюсь. Ну и последние две фигурки, это по игре Spider-Man. Есть такая серия Gamerverse у Marvel, не Marvel Legends, игрушки по играм. Видите, две такие
Две такие расцветки Спайдермена, одна красно-синяя. Так вот, Спайди. Куча артикуляции. Такая же, как у Marvel Legends серии. Это уже размер 15 сантиметров. И вторая серия. Черно-красный уже. Кому вообще больше нравится костюм? Черно-красный или синий-красный? Напишите в комментарии. Ну что, на этих двух фигурках закончим наш обзор. Кому какой Spider-Man больше всего понравился, пишите в комментарии. Ссылки на игрушки будут в описании к видео. Пока!